напоминать будешь, да, вопрос? Там вот вопрос. Давай. Да, 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 да. Хорошо. Тебе вопрос, чтобы засними. Когда вы последний раз играли снаружи под открытым небом? Наверное, лет 13. Лет 13 последний раз, да. И что вы ощущали, когда вы играли в 13 лет? В Коркино, я так понимаю? Да, я играл за Коркино и получал за эти игры по 500 рублей. Красавчик вообще. Очень на то время. Пресса связывает эти игры с детством. Пресса связывает эти игры с детством, а вы? Я тоже, да, ностальгия. Сейчас вышли, потренировались, и есть такая ностальгия приятная. В чем разница прессы? В чем разница при игре внутри и снаружи? Не успел ощутить. Немного непривычно, потому что яркий свет, как бы как-то в ледовом потемнее немножко, мне показалось так. Так что я пока такую ощутил разницу. И ветер может подуть, и бежать сложно вперед. А ветер может вас сдуть с места? Если не позавтракаю, вполне возможно. А насчет солнца? Сегодня солнца не было на льду. Вас как вы свои глаза ощущали на льду? Комфортно. У меня зоркий глаз. Все хорошо. Красавец. Чего вы ждете от этого мероприятия и матча? Только удовольствие жду от этого. Я думаю, так и будет, потому что, судя по прошлой тренировке, которую сейчас оттренировались, мне все понравилось. Немножко, правда, потяжелее будет, но ничего. Будем стараться получать удовольствие. Мы так, в принципе, получаем удовольствие во всех играх. Да, самое главное – получать удовольствие от игры. Удовольствие. Да. Самое главное – удовольствие. С вами были Артем Анисимов и Артемий. Наоборот, ты говоришь. А, да. С вами был Артем Анисимов. И Артемий Панарин. До скорых встреч.